Вепсы были активными союзниками славян. Они принимали участие в их завоевательных походах. Уже в X веке значительная часть Веси была благополучно включена в состав древнерусского народа. Первыми на пути к северу новгородцы встретили племена вепсов. Эта многочисленная народность обитала в лесах на обширных территориях, в том числе в Архангельской области. Согласно официальной статистике, за последнее столетие численность вепсов на территории России стремительно сократилась до 5936 человек. Большая часть проживает в Карелии, более 3000 человек. Одежду и пищу вепсов описывали так: красного цвета, с голубыми глазами, волосы у них белые, как лен, и в такой холод они носят льняные одежды. А на некоторых из них бывают шубы из превосходных шкурок бобров. Мех этих бобров вывод наружу и пьют они ячменный напиток, кислый, как уксус. Он подходит им из-за горячести и темперамента, объясняющийся тем, что они едят бобровые и белые, чем мясо и мед. Красный оттенок лица приписывают и другим северным племеням. Дело в том, что во время путешествий на юг светлокожие северяне быстро обгорали на открытом солнце. В результате их лица принимали красный оттенок. На самом деле они имели светлый оттенок лица. Весь промышляла охотой и торговлей пушниной. Славяне научили вепсов земледелию, поэтому они жили не только охотой и ботаничеством, но еще и выращивали рожь, овес, ячмень, лен и репу. Их жилища мало чем отличались от северорусских, но была главная особенность. Хозяйственные постройки у них расположены вплотную к главной избе под прямым углом с исключительно четным количеством окон.